Коммунальные службы Реутова готовятся к глобальной уборке. Из-за рано стаившего снега месяцем благоустройства в городе был объявлен март. Но все-таки общегородские субботники по традиции пройдут в апреле. Точнее, до Пасхи, которая в этом году выпадает на 20 число. Как всегда, призывают на помощь и горожан, но приводя территорию в порядок, коммунальщики уже начали. Как и чем жители смогут помочь, напомнит Владислав Момот. Грязь, мусор, прошлогодняя листва. Пока в Реутове остаются места, где еще не наведен порядок. В марте у коммунальщиков работы прибавляется в разы. Город нужно сделать чище. Сотрудники 5-го РЭО на этой неделе красят ограждения и мусорные контейнеры. Сегодня начали белить деревья. На детские площадки завезли новый песок. В связи с погодными условиями мы заранее подготавливаем территорию, придомовую территорию, также места общего пользования к субботнику. Март уже объявлен месяцем по благоустройству, но общегородские субботники традиционно пройдут в апреле, 1 и 12 числа. На субботники всегда хожу, еще с периода СССР, для того, чтобы город наш был красивее и чище. Всегда ходила на субботники с детства, еще со школы. Очень люблю свой город. Город должен быть чистый. Чтобы жители помогли сделать город чище, сейчас готовятся коммунальщики. Инструмент, как всегда, в управляющих компаниях. Закуплено несколько тонн краски, сотни грабель, метелок. Пока все хранится на складах. Так, вот грабли, но это только маленькая часть. Порядка у нас 40-50 штук в запасе есть. Перчатки, валики, кисти. Вот все приготовлено для субботника. К работе могут присоединиться и маленькие реутовчане, соорудить скворечники. Помогут им, опять же, сотрудники РЭО и родители. Владислав Момот, Ирина Шайдулина, Евгений Пуговкин для РТВ.